Не хочет больше. Ладно, поменяем грузик. Ну, посмотрим. Хопа! Есть! Чую нормалек. А может и нет. Не. Микрик. Микрик. Опа. Бариба-боба. Тихо, 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 колючий. Тихо. Я тебя отпущу. Тихонечко. Вот так. Раз. Ну. Все. Свободен. Как птица в полете. Ну еще раз туда же, блин. С трудом обнаружил рыбу. Долго не было поклевок. Не можем никак найти, как встать. Опа! Где-то в той степи. Глухой. В прошлый раз вот так шуровал оттуда, вот именно где-то, на заброс буквально. Опа, есть! Кажется, нашел, Игореха. Кажется, надыбал, где стоит рыбка. Это хорошо. В кадре. Но вот этот похож вроде побольше. Сейчас под лодочкой посмотрим. Опа. Америка, Европа. Игореха, под саку. Под саку. Верный? Да. Опа. Сейчас померяем. Это ж 2 секунды. Опа. Перчаточку долой. Рыбка, тихо, не колись. Не колись. Зажрал, смотри как. Конкретно. Закушал. В язык. Сметовские кусачки. Йохайди. Ну, отдай. Блин, сейчас я ему весь язык вырву. Опа. Так. Меряем. Опа. Есть, Игореха, смотри. Есть. Да. 45. Баба-ягодка опять. Ну что, погнали дальше? Приманочку на место. Кровища пошла по лодке. Это радует. Только бы прицел не сбить. Зону поклевки прошел. Опа,
есть. Ха-ха-ха-ха-ха. Есть, красавчик. Major Craft Riser и резина Fox. Хитрая лиса. Тоже кажется нормально. Нет, этот, это малыш. Опа. Этот быстренько отправляется назад гулять. Опа. Гулять. Рыбку на место. Ручку протерли. Быстро подмотали. Шуровать пока дают. Бра. Сок! Лягли. Пошел? Не ругаемся. Не ругаемся. А ты видишь, течение спало. Можно груз поменять. Надо грузик поменять, волоку сильно. На двадцаточку, на 18 грамм. Ну что, без поклевки? А, блин, под лодкой всадил. Не хочет больше. Ладно, поменяем грузик.